surprise. Hello. Hello. Yes, please, sorry. Very good. Thank you. Thank you. The picture for Malta? Yes, of course. Thank you. Sorry. No, thank you. How do you find? Yes, better. Thank you. Thank you very much. One for me? Yes. Yes, yes, thank you. You were great tonight, Alia. Fantastic. Thanks a lot. Thank you. Алена, ну по количеству голосов? Количество голосов. Вы обогнали Бонни-Тайлер и каскаду таких титанов, эстрады. А довольны ли вы результатом? Знаете, я счастлива. Я счастлива. Моя мечта сбылась. Я мечтала интервью. О, еще раз, да? Да, да. Знаете, я счастлива, потому что я мечтала о Евровидении долгие годы. Это была моя детская мечта. Я счастлива, потому что со мной работала такая замечательная команда, такого единения, такого понимания я не ощущала ни от кого. Я счастлива, потому что мы не только вошли в финал, мы еще заняли золотую середину. Я счастлива, потому что быть второй в Белоруссии на конкурсе Евровидения – это тоже почетное место. Мы старались, мы делали все, что в наших силах. И мы достигли самого высокого результата. Алена, как вы прокомментируете то, что Россия нас обделила и не дала ни одного балла? Вы знаете, конкурс Евровидения очень непредсказуемый, и нужно быть к этому готовым. Бывали такие года, когда артиста ставили на одно место, на самое высокое, на первое, да? И в итоге он вообще не проходил финал. А бывали года, когда артист был в самом хвосте, и он вдруг выигрывал. Конкурс непредсказуемый, предсказать что-то совершенно невозможно. Я счастлива, что нас оценили, нас увидели. И я знаю, что у меня появились теперь поклонники не только в Беларуси, но и в других странах, и я это чувствую. Достаточно залезть в интернет и почитать, сколько положительных эмоций и пожеланий ты получаешь. Спасибо. Алена, ну, показалось, что европейцы не очень-то по достоинству оценили нашу песню. Голосов было мало из европейских стран. Не чувствовали вы политический некий подтекст в голосовании, что? В вопросах, которые здесь нет, звучали? Нет, я не считаю, что это какая-либо политика. Наглядный тому пример Дмитрий Колдун, если вы помните. Какое он место занял? Высокое. Высокое, да. И я считаю, что это ни в коем разе никакая политика не действует. Ну, здесь вам пытались задавать каверзные вопросы на пресс-конференциях? Ну и что? Музыка объединяет, да? И я артист. Я артист. Моя задача объединить всех своим творчеством. И если есть какие-то разногласия, то помирить людей. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Да, я забыла. Да, нет вопросов.